Всем добрый день. Меня зовут Илья Сергеевич, я директор этого клуба, в принципе, организатор довоенной подготовки. Через занятия ровно на одну минуту опаздывайте, у меня будет стоять там сотрудник. Не допускать. Сегодня у нас три учебные точки. Соответственно, первая точка здесь я. И мне помогает мой друг Александр, тоже в прошлом сотрудник Альфы. Первая точка, это у нас вторая точка, будем считать. Первая точка, это медицина. И, соответственно, третья точка, миноподрывное дело. У нас преподается товарищ лейтенант 45-го инженерного полка. Его зовут Владислав, чтобы вы не путались. Еще раз говорю, кто новенький, мы не делаем здесь курс быстрого реагирования. Все идет поэтапно и постепенно. Постараемся вам что-то дать. Ошибка. Вот нельзя. Вот-вот. В реале он может вообще сквозь слаб. Нарабатываем, нарабатываем. Вы нарабатываете мышечную память, чтобы при стрельбе боевыми патронами у вас мышцы работали так, как мы вас научили. Движение, ноги вперед. И вот опорная рука спокойная. Следующая тройка. Тройка, тройка. Один по центру сюда стоит. Это тройка. Внимание, побежали. Быстрее. Затвор. Никогда не сопровождаем вот так вот рукой. Ни в коем случае. Видите, он уже барахлит. Всегда до конца и просто отпускаем. Взяли автоматы и построились. Ствол вниз. Понятно, давайте сюда. Автомат идет по кратчайшему пути, упирается сюда. Вот. Ни в коем случае не так. Целимся, делаем выстрел. Пауза, опустили. Корпус чуть-чуть вперед. Смотрите, у вас свободный. Встали, выстрелили. Встаем таким же образом, чтобы ствол был, как будто вы готовы выстрелить. Левая нога, точно на месте. Правая, отходим ногу. Так, отходим, не упадем. Готовились. Вот, встали. Встал отсюда. Встал, поднял. Фронтальная стоечка. Согнул ножки. Ножки уже колени. Пошел. Вперед. Вот, вот, вот. Корпус вперед чуть-чуть. Вот идем. Вот. Еще раз говорю, вот. Подошли. Бам! И обратно идем. Опустили. Раз. Будьте внимательны. Это всегда помогает. Только стоя стреляем, и так же обратно. Ножки уже, вот. И вот. И обратно как бы. А зачем ты так делаешь, если патрон в патроннике? Правильное обращение с оружием. Относитесь всегда к оружию как к заряженному. Неважно, это макет. Если нет патронов в патроннике, ничего нет. Всегда относитесь. Основное взрывчатое вещество вооруженных сил Российской Федерации – это тротил. Он у нас плотнее воды, тонет в воде, не гигроскопичен. У нас есть определенное какое-то взрывчатое вещество, да. Большую его, получается, площадь соприкосновения прикладываем к предмету, который мы дробим. Для того, чтобы повысить его КПД во время взрыва, мы можем что сделать? Если это же обычная стена или предмет, который находится на земле. Самое простое, что вы можете сделать, это просто сделать какую-то обваловку. Неважно из чего, будь то песок, земля. Если у вас есть возможность, у вас есть, не знаю, свинцовая какая-то коробка, что-либо, что прочнее, чем тот предмет, который вы пытаетесь продробить. Соответственно, да, вы можете его накрыть. Лежит на поверхности земли, попробовать две руки под нее подеть и переместить только с двумя руками. Ну и на определенном расстоянии от себя, лучше, если вы возьмете одной рукой, конечно, лучше, если вы придумаете механизм, с которым вы сможете подходить. Также мины, да, которые фугасные, это мины серии ПМЛ. Это не осколочная. Это не осколочная, это фугасная. Она срабатывает за счет того, что вы на нее... Если вы наступите в центр. В центр? Да. Если в сам центр наступите, ничего не будет. Мины перемещать с места установки запрещается. Дальше все, что вы с ними делаете, берете на свой собственный страх и риск. Мина, после того, когда она установлена на месте установки, она в боевое положение переведена, и вы ее снять не можете.
Костюм сапера? Ну да, есть, которые такие. Есть определенные, да, вот такие вот большие все видели в фильмах, какие они синие, фиолетовые. В общем, суть в том, что они выдерживают, да, взрыв, вот порядка там 200-граммовой шашки, в принципе, на себе. Значит, по-хорошему еще с собой что иметь, ну это тоже в аптечке, не в аптечке, в зависимости от того, как будет вылезать, не вылезать. Значит, армированный скотч. Эта штука всегда полезная. И какую-то снарягу можно где-то что-то там. И, значит, и вместо пластыря можно использовать, шину. И шину накладывать, и ну, ногу. Дальше. Спиртовые салфетки. Много мест не занимают, несколько штучек. Иметь всегда хорошо. Да, ну, по разным причинам могут пригодиться. Захотелось что-то дать родному городу, своей малой родине, я люблю Красногорск, где я родился, то, что, в принципе, я умел. Но у меня свой опыт, в принципе, то есть у меня нет опыта общего, с кого бы, что сейчас идет. Но, в принципе, допустим, то, что в моем опыте, это можно преподать, это будет нужно. Это антитеррор, то есть это, как сказать, как правильно защищать здание, как вести, как тактика боя правильно идет в здании непосредственно. То есть вот это умеем. Не говоря про то, что мы уже привлекаем, помимо моей основной работы, это военных психологов, это минно-подрывное дело, это будет система выживания, это будет обязательно топограф, это будет обязательно артиллерист, чтобы студентам рассказывал, как все это происходит. Потому что сейчас все ходят чуть-чуть, ну, сами понимаете, нервничают, боятся. Вот. А когда ты находишься в таком коллективе, вот здесь, это энергетика, это люди одной идеи, и ты уже психологически понимаешь, что тебе не страшно. И когда тебя начинают обучать, ты уже тоже понимаешь, что тебе уже намного лучше.